Хотел с вами обсудить о том, возможно ли, не разбирая весь фасад, заменить одну пластину сайдинга цокольного. Если кто не знает, монтаж сайдинга производится снизу вверх. Таким образом, замок следующей панели перекрывает крепеж, саморез, который был закручен в предыдущую панель. И это мешает разомкнуть, чтобы снять нижнюю панель. То есть такой метод сбора не очень хорош в плане замены нижних панелей. Вот. Если вам интересно этот вопрос, это обсуждение, пожалуйста, поставьте лайки в конце этого видео. Таким образом, я буду понимать о том, что этот вопрос интересен. И следующее видео будет посвящено этому вопросу. Спасибо за просмотр.